А в итоге вот получились у тети Веры блины с икрой. Фаршированные блины, фаршированные икрой. Смачные. Дядь Толя пробует, пробу снимает. Сейчас я буду пробовать. Ну-ка. Вкусные. Вот так вот. Блин, а внутри икра. Ой, у меня слюни текут. В общем, у меня нет сил дальше снимать. Я буду пробовать, ребята. Сейчас вот этот вот мой. Сейчас я его спробую. Обалдеть. Обалдеть. Сейчас у тети Веры буду рецепт расспрашивать. А что она мало жарила? Не знаю. Она, может, нам на пробу. Ой, ну вкуснотища. Вот у карася икра вроде зеленая. И так становится красивая, оранжевого цвета. И вкуснючая. Ну, она еще вчера еще в озере плавала. Ветер. Попробуй на маленькой лодочке. Вот мы здесь то ли тете Вере говорим, куда-то блины делись, мы не знаем куда. Фарширую. Вот что останется, с того и сфарширую. Тетя Вера, а вот икру тогда вы сделали, потом посолили, да? Ничего больше не добавляли? Ну, я пожарила лук и в лук уже вареную икру. Вареную? Ну да, я ее сварила. А вы ее сварили сначала? Да, я ее сварила, потому что для наших зубов, стариков, так пожарить, оно твердое. Твердое, ага. А когда отваришь, она очень мягкая. А вареный с жареным луком, да? Да, с жареным луком, ну, простой, пожалуй. Простой такой рецепт, ага. Для вот таких, у кого зубов нет, это прекрасно. Ага. Да она вообще отваренная. Мягенькая. Лучше, чем... А колтычки, тетя Вера, как вы сделали? Пожарила лук. Угу. И отваренные колтыки туда же пожарила. Сначала, ага, их отварила. Потом... Сначала отварили их, да, в той водичке, в которой были они. Да, и потом пожарила. Потом пожарили с луком. С луком, конечно, ну, и перчик, все нормально. Обалдеть. Вот. Все, слюнки текут, елки-палки. Так, вот, чтобы вам побольше. Вот блины вот куда-то делись с икрой, не знаю куда. Что, нафаршировать, нажарить? Конечно. Я бы, если вот так сесть, с блинами лучше. Да, с блинами вообще здорово. Сейчас, ребята, пока будете суп есть. Не, ну вы уже это наполник. Ну да, да. А что тогда меня здесь мозги компасируют? Конечно, все. Только ты наложил, мы обожраться, что ли? Обжирайтесь. Некогда этого. Обожраться. Ну. Совсем нифига не едят и обжираются. Ну ладно. Суп, колтыки, яйца. И чё? И чё? И груз. Это обожраться только, больше ничего. Вот тут еще грузди соленые. Остатки. На закуску, говорят. Еще и грусть. Да там ложка груздей, господи, на закуску. Сейчас 100 грамм выпьет. 50 грамм. Тихо. Вот, дегустация колтыков. Вот они. Ребята, ну, я скажу. Колтыки – это колтыки, это в самом деле деликатес. Это очень-очень нежное мясо рыбы. Вот сейчас хорошо. Просто обалденно нежное. Ну, вкус, я не знаю, с чем сравнивать. Там не рыбий вкус, просто очень вкусно. Поэтому головы не выкидывайте никогда. Достаньте колтычки и обязательно пожарьте. Это оторваться невозможно. И просто... Рецепт простой. Сварили в соленой воде и с лучком, с обжаренным потом перемешали или обжарили с лучком. Очень нежное, очень мягкое, очень вкусно. Обязательно попробуйте. Четверть ложки еще. Не, сейчас мы давайте камеру выключим, как наедимся их. Вот. Икра. Красивая, тоже вкусная. Это, наверное, тоже можно яйцо разрезать, накладывать икру. Да. Это мы наполнить попробуем, что.
чтобы... Да, и кусочек масла туда еще, да, сливочного можно? Не, я масла не люблю, просто икру. Просто можно икру, да. Дополним бы с тобой. Вон яйца есть вареные? Попробуем. Да. С щучьей икрой это вкусно. Вкусно. А с этой я еще не пробовал. Я тоже с этой еще не пробовал. Да, это хорошая идея. Ну, попробуем. Ну, икра, конечно, да. Она вареная, не жареная, она поэтому очень мягкая. Да. Жарить хуже. Лучше отваривать. Угу. Мягче она. Вот. А была такая... А лук отдельно пожарить, потом смешать. Ты покажу икру? Да. Сейчас крупным планом покажу. Не, тебя... Это вареная икра. Мы уже говорили, да? С обжаренным луком. Ну, кто ел карасевую икру, тот меня поймет. Это действительно очень-очень вкусно. Вареная икра гораздо мягче, чем жареная. Поэтому лучше ее отваривать и мешать жареным луком. Да. Просто вкус непередаваемый. Лук жарить отдельно. Да, лук. А потом перемешать еще. Да, да. Вот это прям на закуску хлебушек с домашним гарлодером. Да. Еще называют аджика, но у нас называют гарлодер. Ну еще ложку бери. И цвет какой, оранжевый цвет у икры. Обалденный оранжевый цвет. Ну, такая вот жизнь в таежном бавмаке. Я считаю, что лучше, чем в бавмаке, место... Для меня самое хорошее место же это в бавмаке. Ни милиции, ни юстиции, да, благодать, ни инспекции, никого нету. Да, я сюда приезжаю, говорю, отдых для души и тела. Мы порой здесь то ли навпахиваемся за день так, что аж ужинать не хочется, а все равно отдохнувшие. Да. Вот я утром вышел вот на днях, в 6 утра, наверное, пошел рябчиков кошмарить. Нет у меня оружия никакого нету, я просто вожу с собой манки. Я подманил рябчика на 15 метров. Вот, мне приятно. Да, время какое-то ушло, вот он прилетел, вот тут вот ходит, я на видео его поснимал. Ну, тоже отдых, да, отдых для души. Вот, ну и стол, конечно. А, да, ну, видели вот такого баклана. Баклан, бакланы есть тут, летает черный, блядь. И на озере баклан есть. Да, да. Ну вот, вот такие дела. Ну, вот, дядя Толя приготовил фирменное наше блюдо, которое мы особенно весной любим готовить, когда щучья икра. Это... Щучья икра, яйцо пополам разрезается, накладывается икра и... Пробуется. Ну как? Солить. Нормально. Нормально? Конечно, со щучьей вкуснее, но с карасиной тоже. Ничего. Ну и сейчас я тоже буду пробовать такую сделать. Вот у нас блинчики с икрой, икра, калтыки. Это у нас полдник. А вот... Яйцо посолить. Еще мед стоит. Мед. Друг прислал с Алтая, со своей пасеки. Он не засахарен, он такой и есть. Густой. Вот яичко. Посолить? Угу. А ты на желток кладешь икру, да? Я по всей площади. А, во как. Чем я... больше, чем лучше. А я во как сделал. Я желток достал и сейчас туда икры наложу, на белок. Это у нас полдник. Время 54. А, мы полдникаем. В это время мы полдникаем. Да. Ну, мы уже пополдникали, чай уже пьем. Вот, с блинами, с медом, с блинами с икрой.
Вот. Ну, потом еще пойдем маленько порыбачим. Ну, в общем, рай. Блины с медом надела, чтобы ты с медом вот поел. А вот хозяйка, которая нас так вкусно сейчас кормит. Ага. Тетя Вера. Хозяйка, давайте, ешьте. Вот я же мед тебе поставила и блины вот. Заворачивают, так же обжаривают, но за ветчиной в магазин я не пойду. С медом? Эх, мед хороший, алтайский. Угу. Так, а что мы на вечер, ребята, приготовим? Может, на вечер доедать будем? Сейчас, а не доедать. Я тут разогналась что-нибудь готовить, а не тут доедать будут. Тут нечего доедать. Ну, колтычки вообще вкуснятина. Ну, вот и ну, что, может, я толчонки сделаю? Что, ни гречку, ни рис, ничего? Толчонки, грузди. А, ну вот, точно. Грузди. Толчонку, грузди. И колтычки. Не делай целую чашу, чтобы потом не выкидывать. А мы ничего не выкинули, только выкинули лук. Там ни одной груздинки не было, лук и все выкинули. Не знаю, почему вы лук не ели. Я специально красный лук. Да, я заметил, красный лук был. Он самый для здоровья хороший лук, этот красный. Вот пельмени домашние. Тоже с охотины, с дикого мяса. Вот. Не дражните людей. Вот такой дядь Толя каждое утро завтрак. Да, это мой завтрак. Это завтрак утренний. Ага. Вот вместе он, с колбаской, ребята. Вот домашнюю колбаску он берет. Сахатина тоже с печенкой. И бросает в пельмени. Блины с икрой. Все, завтракаем. И потом все. Работать, шевелиться, что-то делать. У нас там еще рыбалка намечается. Это ж не город, что там бутерброды едят. Ну да. Чаек, да. И бутерброды. Нам Андрей приезжает утром. Он только чаек или кофеек. Все. Ага. И что-нибудь печеное скушал и целый день. А ну-ка в селе с бутербродом целый день поработай. Завтракать нужно хорошо. Обедать так себе. А ужин отдайте врагу. А у нас получается, что ужин съедаем, да еще как. Мы обед сами съедаем и ужин. Никому ни с кем не делимся. Еще полдник, да. Пол четвертого, полдник. Да. Зато у нас организм хороший. Не вот такие мамоны, как неправильно питаются. И ходят. Задыхаются. Надо питаться 3-4 раза. И обязательно, чтобы было жидкое, супчик хотя бы. И регулярно в одно и то же время. И тогда никто не будет полным. Да, и жить будут долго. И жить будут долго, потому что организм будет успевать перерабатывать все. В 50-х годах в ремеслуху поступил 2 года. Там регулярное питание, все. Потом 4,5 года в армии, там тоже регулярное питание. И приехал уже... Перец попал. Дома у нас тоже. Завтрак, 12 часов строгий обед и в 6 часов ужин. Все, это режим. Я вот охотился 30 лет. 12 часов я все останавливаюсь, разгребаю снег, костер и обедаю. Вот. Да. А когда проверялся? Врач сказал, что у него организм молодого человека. Ну, помимо того, что только сердце поставило. Охотники. Сашка, это Ташкевич, Серега Подойко. Целый день за самое время бегают, не едят, а потом приезжают и в больницу ложатся. От истощения, или как оно там называется? Ну, да. Ну, истощение, наверное, да. Упадок сил были у них, получается. И я все, 12 часов никаких. Останавливаюсь, костер. По нему вот можно часы сверять. Вот уходит утром, позавтракали, ушел. Что-то там делает, без 5:12, как штык. Да, у меня уже организм. Обед. Точно обед. Ну, 5 минут туда-сюда. И также в 6 часов. Ну, я сейчас тоже, у меня режим, как у детей. 6 часов, все, он уже идет. У меня ужин только в 7. У меня в 6 никак не получается. А, значит, ну, все. Не, ну, пусть... Пусть зато все регулярно, 7 часов. Да, да, да. Ну, да. Зато в такое время ты можешь попить чаю. Там, да. Там. Кофе, чай там вот попьешь. Так. Вот так.
Ладно, приятного аппетита. Спасибо, давай, кушай, хватит.